Одна жертва и 5 пострадавших. 8 июля в половину 10 вечера на перекрестке проспекта Ленина с улицы Батурина произошло ДТП. Водитель автомобиля BMW потерял управление, вылетел на полосу встречного движения и столкнулся по касательной с Peugeot. BMW развернула поперек дороги. В этот момент в нее, не успев затормозить, врезалась Kia Spectra. В результате ДТП пострадало 5 человек. С травмами были госпитализированы водители автомобилей Kia и BMW. Пострадали и пассажиры немецкой иномарки. Один из них от полученных травм позже скончался в больнице. Причины ДТП сейчас устанавливаются. Травмы тела получили и пассажиры автомобиля Kia, мать 1975 года рождения и дочка 2012 года рождения с травмами тела также были госпитализированы. В автомобиле Kia Spectra не было обнаружено детских удерживающих устройств, скорее всего, ребенок не был пристегнут ни ремнем безопасности и находился без детского удерживающего устройства.